автор-исполнитель, который тоже все 10 лет в этом оазисе, который, собственно, его и начинал тоже на той исторической поляне. Антон Багун. Здравствуйте еще раз. Подождите. Я сейчас сначала спою, а потом будут аплодисменты. Еще одна премьера песни. Она появилась вообще ниоткуда. Просто вот взяла и написалась. Без всякой привязки к событиям, просто вот ни почему. Такая получилась маленькая, миленькая песенка. Такого не было еще, и будет ли, никто не знает. Но не это главное, сегодня мы, как на арене, пудели. Такие милые, щенки забавные. Там за окном остались все оскомины. Черные камни, как в снежки, играемся. Давай не будем про мой дом соломенный. Предстань теремом, притворяемся. Ах, вечно что-нибудь не так с поэтами. Твоим ногам бы мир блеск безжалостно. А только нету ни того, ни этого. Но все, что есть, оно твое, пожалуйста. Атласно-бархатными, желто-алыми ты вся обложишься вокруг подушками. Я отложу свои листы усталые, пощекочу тебе пером за ушками. Уже не выплывет язык мой скованный, чего и так не передать кириллицей. Мы позабудем про шандал зареванный. Я подарю тебе луну в чернильнице. А завтра кто-нибудь из нас потянется туда, где все мечты должны исполниться. Но даже если мы с тобой расстанемся, нам этот день наверняка запомнится. Ну, а следующая песня будет немножечко погромче. Из далекого прошлого песня. Чужие двери.
Спасибо.